яблочко. Оно растет на яблоне. Это груша. У нее есть маленькие мягкие косточки. Это слива. Она овальная. Это черешня. Она растет на дереве. Это ягодка клубника. Она растет на маленьком кустике. Это банан. Он длинный. Это виноград. Из него делают виноградный сок. Это киви. Он круглый. Это арбуз. В середине арбуз красный, сочный и сладкий. Это дыня. Внутри у нее много семечек. Это апельсин. Он круглый. Это мандарин. Он растет там, где жарко. Это лимон. Он кислый. Это ягодка малина. Она растет на кустике. Это маленькая ягодка смородина. Она сладкая и кисло-сладкая. Это абрикос. Он желтый. Это капуста. Головка капусты называется качан. Это морковка. Она длинная. С одного края толще, а с другого тоньше. Это дороги картофель. Его дороги нужно приготовить, чтобы съесть. Это лук. Он немножко горький и щиплет глазки. Это чеснок. Получилась. Он растет в земле. Это перец. Он бывает сладкий. Жалко и горький. Только, что весь день это кабачок. Чтобы скушать, его жарят. Это тыква. Из нее варят кашу. Это свекла. С одной стороны у нее есть хвостик. Это горох. Он зеленый. Это огурчик. Он растет на кустике. Это помидор. Он растет на кустике.